Привет всем! На обзоре у меня сегодня нож от компании Petrified Fish PFP09. Модель называется Hourglass. Переводится как песочные часы. Вот такой вот интересный флиппер. Выпускается он в трех вариантах. В принципе, разница там небольшая. Разница только по накладкам. Здесь дерево. Дерево плюс титановые анодированные вот такие вот под латунь. Под медь, непонятно, переливается на солнце. Это титановые притины плюс накладки из дерева. Дерево, вот как раз три этих самых варианта. Там, короче, гальвуд, надеюсь, правильно я это произношу, или как-то, короче, снейквуд и сандалвуд. В моем случае это сандаловое дерево. Вот такие вот полосочки. Снейк, это который такой пятнистый, и галли этот, который немножко такой... типа золотой блестящий. Вот три варианта, в принципе, все, да, то есть сатин на клинке у всех трех, там все одинаково, все остальное, все три в сатине. К110 сталь клинка, титан и дерево, да, три варианта. Лайнер лок с флипа заходит на свою толщину, на начало пяты клинка. На двух бонках все это крепится. Флиппер обычный и стандартный. Вот так вот плавник. Никаких других вариантов открытия нет. Только флиппер. Флип замечательный, ибо все на подшипниках, на керамике. Это я потом буду рассказывать по разборке, все это покажу. Замечательно флипует, замечательно под своим весом вот он складывается. Отличная механика. Это вот он мне сейчас на ноготь прилетел. Все здесь нормально. Да. Можно закрывать не так. Можно вот так закрывать, да, предварительно убрав палец. Так это я когда показываю механику, да, там вот так вот показываем. То есть на палец совсем не обязательно. А его складывать себе, это все уже от лукавого. Вот оно. Идет прекрасное закрытие. Так, клипса глубокой посадки, клипса стальная, лайнеры стальные, титан только вот притяны. Глубокая посадка на лицевую сторону не переставляется. Вот этот, так, это здесь вот они через бонку собраны на двух винтиках. Этот просто к лайнеру вкручивается. Плюс изнутри, вон там видно, ну и на фотках потом покажу. Эти притяны, помимо того, что осевым стягиваются, так они вот тут еще изнутри еще одним винтиком прикручены. Разборка. Давайте тогда уж по разборке расскажу, раз уж начал здесь. По разборке все прекрасно. Ничего не залито фиксатором резьбы. Все прекрасно раскручивается. Выходят они, кстати, очень маленькими партиями. Первая партия вышла, в лед раскупили. Потом вторая партия вышла, в лед раскупили. На данный момент, вот я сейчас снимаю видео, вроде я вчера заглянул, вроде все три варианта в наличии. Это вообще большая редкость. Обычно либо один, либо два варианта, а то и вообще ноль, да, в наличии. Сейчас вроде как все три, хотя там распродажа, могли уже и разобрать, не знаю. Так, начал. Что я здесь? По разборке разобрал все замечательно. Фиксатором нигде не залито. Без проблем. Лайнеры облегчены абсолютно разными отверстиями. Там и круглые, и квадратные, и прямоугольные. Лыска на осевом присутствует. Ответка не в лайнере. Ответкой, получается, одна из притин выступает. Шарик детента, естественно, керамический. Подшипники тоже керамические в латунной оболочке. Углубления под подшипники только в лайнере, в клинке углублений нет. Вот здесь прекрасно видно, как изнутри крепятся притины винтиками через лайнеры. И, в принципе, все. Все, стандартный лайнер-лок, флиппер. Замечательная механика, прекрасно под своим весом ходит клинок, отличный флип. Это все без люфта, ни поперечного, ни продольного люфта нет. Так, про сатин я сказал, да, сатин здесь, небольшой вот, небольшая голымень, спуски от обуха, сведение очень тонкое, высокие вот такие вот спуски. Классный клинок, по рукоятке, в принципе, в руке сидит замечательно, и так, и вот так порезать, и построгать, хорошо, здесь ничего не мешает, все здесь очень приятно и эргономично к руке.
Замечательно. И вот здесь немножко насечки имеется, куда можно поставить палец, если что-то вот таким движением надо поковырять. В принципе, все здесь хорошо. На этом ноже очень он удобный, очень специфически интересная такая форма клинка. Такой пузан. Так вот он выглядит. Классно. Клинок вообще прям зачетный. Я имею в виду, в принципе, весь нож зачетный, но к клинку особое интересное отношение. Он такой пузанчик, типа как на белуге. А вот рукоятка, она такая, типа, отсыл такой к классике. Дерево с притинами, да. Может быть, не всем это нравится. Классика. Я сам очень просто отношусь к деревянным рукояткам, как бы есть, есть, нету, нету, вот как бы такой вот. Слимикарту я прям обожаю, к карбону прям хорошо отношусь, а G10 само собой это кайф, да. Вот, а дерево, ну вот вышла модель с деревом, если нож классный, то классный, да, тут могла быть любая рукоятка. Слимикарту, я думаю, было бы тоже хорошо. Просто отношусь к дереву, есть, есть, нету, нету. По техническим характеристикам давайте расскажу. Обработка, смотрите, все классно, все хорошо, все замечательно. Подгоночка, все закруглено, все фаски, нигде нет ни острых краев. Лайнеры заполированные и снаружи, и снутри, и края, все замечательно. Прям он весь такой гладенький, заполированный. Общая длина ножа 21 сантиметр. Клинок 9 сантиметров от рукоятки до кончика. В обухе 3,5 миллиметра. Сведен очень тонко в 0,4. Ширина максимально вот тут вот я замерял 25 миллиметров. И вес ножа всего лишь 110 грамм. 110 грамм. Так, и К110 дерево титан, уже говорил. Собственно, вот такой вот нож. Для наглядности давайте покажу его. С несколькими другими моделями. Тут относительно все новинки. Да, это новая самая модель Викинга. Давайте здесь тоже положу куда-нибудь. И вот это тоже один из новых. Здесь же маскус. Здесь дерево. Здесь карбон. Здесь G10. Микарты только не хватает. Да, чему-нибудь в микарте. Собственно, вот так вот с одной стороны они смотрятся. Так, со стороны клипс. Глубокая, глубокая, глубокая на этой новиночке. Вот недавно совсем был обзор, ссылку я оставлю. По размеру стандартно 21 сантиметр. Чуть больше, чуть меньше, да, они делают вот такие вот простые ножи. То есть именно средний размер DC-шника. 20-21 сантиметр, вот он 21 сантиметр. Ну и, собственно, сам внешний вид этого ножа. То есть по качеству здесь придраться не к чему. Все здесь замечательно. Сталь хорошая, К110. Это они обещают 59-61. 61 единица по твердости примерно. Вот. Что здесь еще? Все замечательно по качеству, по обработке, по подгонке, по механике. Керамика полностью. Да, все здесь керамика. Собственно... Здесь замечательно все заполировано. Три варианта этого дерева. Отличный флиппер. Немножко с уклоном на такую классику. С деревянной рукояткой с притинами. Да? Все замечательно. Прикольный. Хауглас. Вот именно название, единственное, что фиг выговоришь. Короче, песочные часы. Такие вот. От Petrified Fish. Очень интересный, очень классный. Мне кажется, даже немножко можно к этому ножу применить слово солидный. Такой вот солидный. Можно было бы еще титановую клипсу, конечно, цены бы добавила. Но тоже вот в цвет, да, какой-нибудь такой вот, в цвет притины было бы вообще замечательно. Вот, титанчик какой-нибудь. Собственно, вот такой вот, такие вот песочные часы от Petrified Fish. Все, нож классный, мне нравится, надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Пока-пока.